Итак, друзья, сегодня мы поговорим о такой соревновательной дисциплине, как слайды. Что же вы должны знать и как должны готовиться к соревнованиям? Самый ужасный метод – это думать, что ты делаешь эту саванну на 5 метров, и победа за тобой. Новая таблица слайдов предполагает 3 уровня сложности – А, Б и С. Также есть разделение по семействам слайдов. Это не влияет на сложность слайдов, а лишь на их разнообразие. Желательно делать слайды из разных семейств. Что ж, давайте разберем на примере элементы новой таблицы. Начнем с ВТОЭТОЭ. Выглядит он так. Этот слайд очень крут, и учить его однозначно стоит. Идем дальше. Следующий за ним идет... Простите, что? Кросс Эрнсуи Хилл-Хилл. Я думаю, на этом месте было просто пятно от кетчупа, и люди решили дописать недостающую вариацию. Сейчас я постараюсь продемонстрировать вам, как должен выглядеть этот слайд. Но для этого мне нужен помощник. Или даже два. Перейдем ко второму семейству. И тут, вероятно, тоже присутствовали фракции общепита. Ковбой Хилл-Хилл. Хотите посмотреть, как это выглядит? Лично я нет, но для вас покажу. Уберите детей от экрана. Секунд на 10. Если вы думаете, что уровень А немного некорректен, взглянем на уровень Б. Для начала я попрошу снова включить первое семейство слайдов из уровня А. А теперь тоже семейство из более легкой группы Б, а именно Эрнсуи Хилл-Хилл. Я сомневаюсь в компетентности лица, которое совершало редактирование этой таблицы. Давайте сразу перейдем к самому легкому слайду уровня С. Саяль Хилл-Хилл. Вы думаете, это сложно? Но раз утвердили в правилах, значит можно. Я сделал этот слайд первым, специально для вас. А теперь о самом главном. Минимальная длина слайда не 1, а 2 метра. Это касается и комбо. Каждый слайд в нем минимум 2 метра. Итак, из таблицы мы поняли, что некоторые слайды из программы обучения стоит вычеркнуть. Итак, если учитывать, что оценки судьи не ставят, и может победить тот, кто делает более стабильно слайды более легкого уровня, можно еще вычеркнуть. Если серьезно, то нужно подготовить программу выступления. Основываться она должна на вариативности, то есть делать слайды из разных семейств, желательно уровня А. С квалификацией до полуфинала у вас по 4 попытки. В малом и большом финалах по 5 попыток. Во всех раундах, по сути, можно делать одну и ту же программу. А для финала идеальным вариантом будет 5 хороших комбо, но о них позже.